Измерение массы темной материи. Темная материя – скрытый материал нашей Вселенной, как известно, трудно обнаружить. В поисках прямых доказательств исследователи NIST предложили использовать трехмерный массив маятников в качестве датчиков силы, которые могут обнаруживать гравитационное влияние проходящих частиц темной материи. Когда частица темной материи находится рядом с подвешенным маятником, маятник должен слегка отклоняться из-за притяжения обеих масс. Однако эта сила очень мала, и ее трудно изолировать от шума окружающей среды, который заставляет маятник двигаться. Чтобы изолировать отклонение от частиц темной материи, исследователи предлагают использовать массив маятников. Шум окружающей среды влияет на каждый маятник индивидуально, заставляя их двигаться независимо. Частицы, проходящие через массив, будут вызывать коррелированные отклонения маятников. Поскольку эти движения коррелированы, их можно изолировать от фонового шума, показывая, сколько силы частица прикладывает к каждому маятнику, а также скорости направления частицы. Чем больше маятников, тем лучше можно отделить сигнал от шума. Окончательный дизайн требует 10-метрового кубического массива, примерно из 1 миллиарда маятников. Положение каждого маятника отслеживается с помощью лазерного света. Он должен быть достаточно чувствительным, чтобы обнаруживать частицы темной материи в диапазоне масс Планка, около 22 микрограммов, гораздо меньше, чем крупица соли. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.